отопительному сезону готовы, по крайней мере, были. Более 1000 жителей Братска остались в квартирах без тепла и горячей воды. Всему виной авария на трубопроводе. Прорыв произошел под землей на территории рынка. В экстренном порядке пришлось убирать несколько павильонов. Только после этого рабочие смогли добраться до поврежденной трубы. Восстановить отопление в домах обещают завтра.